дорогие друзья, и еще один гость сегодняшнего бала. Дима, ощущения от бала? В этом году мне очень все нравится. Я говорила это Вике Шитохиной, которая является организатором 4-го ежегодного бала. Очень весело, мне очень понравилось выступление Романа Бондарчука и шоу иллюзионистов. Дим, вот я так понимаю, шоу пародий, да, у тебя? Скажи, пожалуйста, а можешь сейчас вот небольшой кусочек промо-акцию сделать? Что именно ты проводишь? Смотрите, в моем арсенале более 20 образов, там входит, в которые входят мужские и женские образы. Многие артисты знают, что я их пародирую. Это украинская зарубежная эстрада. Встретить нашу Ирину Билык. Мы будем вместе, я знаю, таких, как я, не бывает. Или Таню Буланову. Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой. Ну, к примеру, да? То есть я поверила, Дим, молодец. Как часто ты выступаешь, новый сезон, есть ли уже заказы и что ожидаешь от 2017-го? Я работаю на телевидении, принимаю заказы на корпоративы. В этом году очень много клиентов на свадьбы. И я хочу сказать то, что моя главная задача в жизни – это делать людей счастливыми и радостными. Я стараюсь делать своих шоу, как бы это ни звучало дико, да, в 21 веке в Украине, чтобы это было красиво и эстетично, чтобы это не было вульгарно и пошло. Мне вообще очень приятно, что мне была возможность такая, есть возможность, вернее, побывать на бале этом 4-м ежегодно. Я думаю, что я сюда буду приходить еще не один раз. Здесь очень весело, очень интересно. И, дорогие друзья, приходите сюда почаще. Здесь есть чем поделиться. И здесь очень много ваших коллег, кстати. Здесь очень много ведущих и людей из свадебной индустрии. Дим, давай воздушный поцелуй пошлем. Давай. I want to love you, just you.